В селе Эрбек Кызыльского района сотрудниками ДПС выявлен факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. 24 октября ночью инспекторами отдельной роты ДПС ГИБДД Управления МВД России по Кызылу по улице Шоссейной в селе Устильгест для проверки была остановлена машина ВАЗ-21074. В ходе проверки документов водителя и досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли из салона автомашины 10 фрагментов вещества с явными признаками наркотического, принадлежащих пассажирам транспортного средства. Доставленный в отдел полиции для выяснения обстоятельств житель села Таргалык 94 года рождения признал свою вину и пояснил, что изготовил средства для личного употребления. Изъятые фрагменты направили в экспертно-криминалистический центр МВД региона на исследование, которое подтвердило, что средства являются гашишем весом более 141 грамма.